Watching you. You even got any balls? Coño, man, I didn't know. And you? I've seen shit with more guts. You didn't say your father was going. Shut your mouth, lady boy. He's my daddy, and I love him. I can't believe you would do this. And you left him there to die. Umberto, what's the problem? Oh, my God, I'm going to be an orphan. Oh, man, I'm sorry. How did it happen? It hasn't happened, brother. Alberto, that's his dad. He's over at the wrestling, man. So why the tears? Coño, we just saw some cholos driving over there, man. So why doesn't somebody just go pick up Alberto? Brother, that's what we said to Umberto, and he freaked out. Well, go get him. No, no way, Vic. Don't let my daddy be collected by these two bitches. He's a man. The shame will kill him. Well, you go. Oh, I can't drive, man. I'm hysterical. Oh. God damn it. I'll go get him. But you owe me, you freak. Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья. С вами Старгуми. Мы продолжаем проходить игру GTA Vice City Stories. И, казалось бы, веселись, бухай, занимайся любовью после прошлой миссии, да? Но Умберто в очень подавленном настроении сегодня. Прямо истерика накатила. И нет, это не потому, что он пуська, это тема для отдельного разговора, а потому что его отца с минуты на минуту могут убить мексиканцы. Дело в том, что Альберто, папа Умберто, поехал на стадион посмотреть борьбу, и парочка кубинцев откуда-то узнала, что туда направляются треклятые чоло со своими злодейскими намерениями. Видимо, эти самые кубинцы были где-то поблизости, и вроде бы, почему просто спокойно не забрать старика со стадиона и не уехать до того, как туда прибудут чоло? Тихо, мирно бы все прошло, без эксцессов, но нет. Они решили поехать сначала к Умберто через весь город и смотреть, как тот ноет, абсолютно ничего не предпринимая, пока не пришел Вик. Только тогда мы и узнали, что забери Альберто кубинцы, то это был бы позор, клеймо прям семейное. Но на Вика это не распространяется, видимо, потому что он не кубинец. Из чего делаем логичный вывод, что не будь сейчас там Вика, старику бы уже заказывали гроб. Эй, Альберто! Your son sent me to pick you up. Gracias, señor. You're late. Tarde. I can't be late opening my cafe. In 20 years, I have never opened late. Take it easy, Alberto. No problems. Что ж, довольно-таки интересный такой колоритный кубинский дедок. Прям вылитая копия Умберто. Хотя, правильнее же наоборот. Умберто копия Альберто, типа сын-отец, отец-сын. Короче, забрали мы, как вы уже догадались, Альберто со стадиона. Теперь все, что нам нужно, это отвезти его в то самое кафе. И вы наверняка задаетесь вопросом, почему же я поехал через эти ебеня? А ответ просто как 5 копеек и лежит на поверхности. Да, это мексиканцы, мне в принципе даже ничего уточнять не нужно, и так все понятно. В общем, если вы поедете чисто по городу, то погони и стрельбы вам не избежать. А гнать нам сильно сейчас ни в коем случае нельзя. Дело в том, что у старика больное сердце, и если вы разгонитесь, попадете в перестрелку, ну, короче говоря, окажетесь в стрессовой ситуации, то он перенервничает, сердечко остановится, шкала уровня стресса, естественно, заполнится, и Умберто останется сиротой. Ко всему прочему, как будто этого мало, нам нужно доставить Альберто на место назначения до 16:15, потому что, видите ли, он на протяжении 20 лет кафе открывал без опозданий и в этот раз не намерен. Да, вот такими нюансами наполнена данная миссия. Вроде бы все простенько, но подводных камней своих хватает. И вы же не хотите ее завалить, правда? Вот и я не хочу. Упс, врезаться тоже нельзя. Это вам на заметку. Так о чем-то я. А, да, поэтому этот путь самый быстрый, безопасный и практичный. Пользуйтесь на здоровье, я вам разрешаю. А если кто-то запретит, то звоните мне, я разберусь. Ой-ой-ой, Альберто, все хорошо, все в порядке, только не волнуйся, мы почти приехали. Ох,
Кстати, на радаре что-то много чела довольно-таки. Они что, весь город прочесывают в поисках старика? Серьезно, я от стадиона уже сколько проехал? Километров 20? Вот что мне нравится в чело, так это их целеустремленность. Продолжайте в том же духе, парни. О, Альберто, все идет по плану, все так и задумано. Кафешка буквально в паре шагов. Пожалуйста, только не нервничай и не умри. А, блин, боже, не умри только. All this rushing, my heart, she's not so good these days. Ух, это было опасно. Благо, что нам теперь ничего не угрожает, миссия выполнена. А это значит, что всем спасибо за просмотр. С вами был Старгуми. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лукасы, пишите комменты, жмите в колокол и ждите новые видео. Всем удачи и пока!